От себя лично хочу заметить, что Андрея мы протащили. Нелегко было. От себя лично хочу заметить, что чемпионат все еще силен, чемпионат развивается, чемпионат получает новый импульс с каждым новым автомобилем. Алиш! Получает импульс с каждым новым автомобилем, новым участником, новыми технологиями, новыми заездами, новыми судейскими решениями. И он все еще является крутейшей зимней кузницей кадров в России. Я вас с этим поздравляю. А что, в зимний дрифт в мире еще есть круче? Мы же D1 ехали сегодня. Ну да. А СДЧ подожди. СДЧ, да. Не зимний. Что ты ебать? Зимний, лучший, ледовый. Да. А вот ОЛД вы смотрели? Да, да. На озере. Кто смотрел? Никто. А сегодня Владивосток смотрели? Нет. Да. На море. Владивосток был злобоёв. Поэтому я здесь. Короче, это было все в трансляции. Вот, что еще хочу сказать. После каждого этапа всегда возникает некоторый информационный шум, который длится всего 2 дня, потому что он иссякает очень быстро. Но я вас сейчас научу на него не обращать внимания сразу. Какое бы судейское решение не было вынесено, если под ним есть какая-то илой... Да, можно 2 секунды положить? Если под ним есть какая-то идеологическая составляющая, которая соблюдается в течение времени, это можно привыкнуть к этому и можно это понять. Победитель всегда один, как бы там ни было. И мой продолжительный дрифтовый опыт говорит мне о том, что с судейскими решениями иногда можно спорить, если это Федерико Шрифт. И когда они совсем уже просто идиотические. Но когда он прет. Да, когда он прет. Но когда перед судьями стоит задача принять сложные ситуации, когда вот есть у тебя 2 решения, и в ту сторону оно правильное. В обе стороны ситуация можно разрешить. Сюда принял правильное, сюда принял тоже правильное. Только вот в этом случае, когда ты сюда принимаешь правильно, он доволен, этот нет, а наоборот, наоборот. И армия у каждого пилота за спиной своя. И больше качалова, меньше качалова. Так вот, под каждым таким решением существует идеологическая подоплека и какая-то платформа. И мы стараемся ей следовать. Возможно, сегодня она... Саш, хорош, пожалуйста. Возможно, сегодня... Она отчасти не совпадала с тем, что сейчас происходит в Winter Dream Battle на протяжении уже 2 сезона, когда мы не судим насквозь. Мы не всегда можем. Когда мы насквозь. Но. Сегодня было так. И мы старались судить и делать все от дрифтеров и по-пацански. Поэтому... Так и есть. Если что-то было не так, вы нас простите, но мы старались сделать все, чтобы было круто. Лихом не поминайте. Спасибо. Ну, гонка-то была. Особенно тот прицедал, когда все просто убирались в сугробы. Базарь. Да там, видишь, скользко. Пацаны, круто все было, действительно отлично. И в очередной раз я вот сейчас посмотрел, стою, слушаю Аркашу и понимаю, что походу это все равно жиги валят-то лучше, чем эксперименты-то эти всякие неудачные. Вот. Так что не предавай родину. Обратно. Короче, да, все круто было, молодцы все большие. Победил сильнейший Вел. Сейчас мы дадим. Да, Петя, давай, молодец. Давай, Наконец-то в этом универсале его, да, Жек? Да не, базару нет, что, да? Как ты смог? Так, да вроде попался в настройки подвески. Покрутил, повертел, давление попал. Передача. Да не, молодец. Да не, это все Томское. Не, ну Томское без него никак. Ну, Томское светлое? Да. Ну, один с бутылок спать. Давление такое было. 2,7. С самого начала? Трешка была, потом 2,7 сделал. Так, интересно, уже никому. Как? Эмоции-то есть? Конечно, первый раз еду в третий сезон. Значит, ну, первый был неполный, тот полный, этот, ну как сезон. И вот до тумбы добрался первый раз. Не, молодец, молодец. Андреаде сегодня как лев боролся. Как лев. Тебя называю, всем спасибо за этап в очередной раз. Сегодня было непросто. Непонятно, что произошло в топ-32.
На меня парни накинулись и говорят, что вы сделали с гонщиками на брифинге? Почему они так едут? Ну как что-то непонятное. Да нет, парни, был снег, подул ветер и закатало. Очень скользко. Потом более-менее раскатались. Я просто не понимаю, что на прошлом этапе было все мясо 132, в этот раз как-то не очень. По поводу сидейства, Аркадий все сказал, уже добавить нечего. Приятно слышать. Компетентных людей, что чемпионат все-таки растет, развивается. Давайте его дальше развивать, двигать. До встречи на четвертом этапе. Спасибо. А я на Саше слово дадим, да? А теперь владыка Матюрь Зимханы. Хранитель очага. Хрань, ты список сначала объяви, кто попадает. Снимать можно? Ну, не знаю, что делать. Алиса, можно спрашивать? Да, конечно, можно. Все. Ну, собственно, смотрите, ребят, сейчас я объявляю список топ-16 по итогам трех этапов Winter Trek Battle на Красном Кольце для того, чтобы торжественно пригласить вас на мероприятие, которое состоится у нас завтра. Все о нем, конечно же, вы знаете. И дабы чуть-чуть разнообразить и привнести что-то новое в наше мероприятие, мы, короче, постарались и отрисовали вам персональные бейджики с вашими портретами. И если вдруг кто-то получился, скажем так, не супер хорошо, ну, прошу как бы достойствить. Да, потому что, сами понимаете, мы не знали до последнего, кто поедет. И, к счастью, на всех, кого я ждал, у нас отрисованы бейджи. И поэтому сейчас топ-16 Красного Кольца по итогам трех этапов. И если вдруг кто-то из вас, кого я сейчас назову, по каким-то причинам не собирается или не хочет ехать, то мы пригласим последующих ребят, которые есть дальше по списку, то есть от 17-го и пошли. Итак, буду по двое вызывать, вы, пожалуйста, сюда выходите, получайте свои бейджи, и потом, соответственно, следующие двое. Итак, Гроссман Максим, Наумов Андрей. Сразу пары ты объявляешь, да? Да, еще, кстати. Я сейчас выдаю. Вернее, девчонки мне помогают сейчас выдавать два бейджа, то есть один бейдж это ваш персональный, второй это бейджик Тим, который для вашего механика, спонсора, менеджера или еще кого-то. Дальше. Скоробогатов Данила Тихомиров Петр. Андреаде Александр Курский Эдуард. Чуть поднабрал. Спасибо, Саня. Андреаде так же рисовали лавровую? Ермокин Дмитрий Блинчевский Иван. Ты едешь, ты едешь. Петропавловский Александр Сидык Максим. Максим едет. Еще Макс, да? Пономарев Денис и Геатурин Дамир. Отдел. Дамир поедет. Нет, Дамир-то понятно. Давай за Дамира. Дамира нет, да, здесь? Дамир, давай. Щеглов Александр Крупковский Роман. Как Добрыня попрет на восьмиклопе, крутить будет. Потапов Иван Трикун Вячеслав. Где Батон? Он уехал. Батон Роял. Ну класс, удачно будет. А где Слава? Слава Трикун где? А где Славян? Жень, Слава Трикун, не знаешь? А он что, прошел? Прошел. Он 16-й. Я не знаю. Есть. Ну получим тоже за него. Получим сейчас. Ну, вы уточните, готов он ехать, не готов, потому что если нет, у нас вакантное место. Давай, да, ты давай, пока сейчас. Дальше говори. А это все, это 16 участников были. Теперь, как вы помните, мы приглашаем еще 16 от Forward Auto. И список в этом году следующий. Тут, конечно же, нету Кавабата и даже нету Кристофса, который очень хотел приехать. Но, тем не менее, есть Тиводар Роман Калашник Александр. Ого! Отлично! Наши сочинские друзья сегодня только рано утром прилетели и весь день тренировали
Вообще впервые на «Жигулях», короче, пацаны поехали, целый день катались по площадке. Поэтому сейчас они уехали уже отдыхать. Подойдите сюда. Воробьев Федор, Остапов Андрей. Подойдите сюда. Воробьев катается. Седы на релаксе у нас, понятно. Минин Тимур, Грязин Василий. Это мы сразу пар? Да, да, да. Пока так. Мне на ум попал. Саня, помогай. Кого? Да мы сами можем себя найти. Ряда нету, что ли? Что, болезнь? Да мы вроде смотря в каком смысле, это не точно. Ты в жизни себя? Нет, это точно нет. Это пас. Скажи, мне прикольно получилось. Я не похож на кого-то. Ну, похож. Вот они стоят. Покажите. Ага, кстати, покажи. Покажи. Да там плохо видно. Не, ну я что, лучше всех все понятно. Ничего, да, не видно. Ничего не видно. Ну-ка дай-ка так. Так видно. Почти похоже. Одна Максим Сергеевич. Миграль Денис. Sorry. И внимание, головня Алексей. Самолеты сразу на бал. Чепа просто еще в Москве. Он прилетит с утра, и Никита передаст вам. Так, Лосев Евгений, Корнейчик Иван. Что, пригласили? Как так? А что, Лосев же? Корнейчику кто передаст? Блядь, ты что кушаешь? Хлопотно его не позвать. Воронов Владимир, Дмитриенко Антон. Я могу и не поехать, там пацанов. А что, получается, вы до последнего не знали, кого приглашать? Кто-то знал, кто-то нет. Да все знали. Ну, собственно. Ситуация такова, что Пономарев Денис какого-то хрена отказался ехать. И у нас появилось одно вакантное место в топ-16 от Красного Кольца. Антонов Алексей, есть тут такой? Анатолич. Анатолич, не будите в дверь, пожалуйста. Собственно, он у нас не зашел. Он Олега не похож? Нет, совершенно верно. Все четко. Все, на него бейдж даже отрисованный есть, поэтому получай за него бейдж и передай, что... А как он выглядит? Как самый маленький. Молодой пацан. Школьник. Вот, молодой полковник. Да, так у вас, пожалуйста. Тут как бы сложно. Ага, ты посмотри. Так, тебе не надо. Да, ты Так, ну собственно, ситуация следующая. Я в группу Winter 3 Battle отправил тайминг мероприятия. Ребят, смотрите, мы очень сильно хотим сделать крутую трансляцию и все усилия для этого прилагаем. Поэтому
тайминг у нас достаточно сжатый, ограниченный, и дабы у нас продуктивно прошли тренировки, и вы могли нормально покататься, а там вас на трассе ждет очень много сюрпризов разных. Просьба всем завтра присутствовать на административных проверках ровно в 8 утра. То есть в тайминге 8 начинаются административки, это значит, что они начнутся ровно в 8. На административке нужно с собой принести лицензию, либо хотя бы ее фотографию, 3000 рублей наличкой. В принципе, все. А вот дальше. Вячеслав Прикун. Да. Зимханов, едем? Едем. Все. Бейджик же выдали кому-то? Жень, не отдавали ему, ничего, он уже как бы на паузу встал. Почему? Выдали тебе же. А мне там Мира скидали, ему. Прикуновки не давали. Что я? Всем что ли? Бывает. Где бывает, знаешь, бывает. Макс, продолжим удачи, дай купить. Его здесь тоже нет. В очках он там был. Вот в очках. Вот это. Нет. В очках, что уже. Ладно, короче, сейчас попозже персонально разберемся. Так, смотрите, значит, для всех участников мы предусматриваем одного механика, либо это может быть ваш друг, если вам механик не нужен, там подруга, менеджер или кто-то еще. В персональном порядке, с объяснением причин, что, ну, слушайте, типа, вот у меня реально два механика, вот они стоят, вы можете сейчас ко мне подойти, я вам дам дополнительную проходку. Далее, значит, шину, моношину нашу, мы выдаем вам бесплатно. Поэтому сейчас, у кого есть в этом необходимость, можете подойти. Вас ждет Toyota Hiace 343 номер, напротив штаба стоит серебристого цвета. Там сидит человек, Алексей, это наш сотрудник из форварда. Подходите, называете свою фамилию и имя и получаете две покрышки. То есть, если вы получили, ну, значит, сегодня где-то переобувайте и завтра уже будьте готовы. Если у вас негде автомобиль оставить и вы хотите его сегодня перегнать на форвард, есть такая возможность. Для вас сегодня работает мойка в форварде бесплатно, для вас работает шиномонтаж бесплатно, для вас предусмотрено место в теплом боксе на полчаса-час, чтобы отогреть машину, приклеить наклейки. Я вот дурак, к сожалению, наклейки забыл взять, сейчас бы их тоже раздал. Но, тем не менее, наклейки с обязательной рекламой, которые состоят из наклейки на лоб и двух наклеек на двери, вот, их обязательно нужно будет нанести. До скольки можно приезжать? Слушайте, я сегодня там часов до 12 ночи точно буду, поэтому приезжайте, можете оставить автомобиль. Когда домой поедете, если может чат-то пишет, то уехал домой, больше не приезжайте. Что сейчас? Вот написать чат, то можно сейчас, я уехал домой, больше не приезжаю. Петь, давайте вот кто собирается приехать реально поздно-поздно, набирает меня персонально, мой номер вроде у всех есть, поэтому я скажу, там я или не там. Так, следующий момент. Короче, про парковку машин обсудили, по поводу техничек. Ребят, убедительно прошу не вести технички. Я просто, ну, кто участвовал в Зимхане, кто был на территории форварда, вы понимаете, да, что 32 машины разместить в нашем паддоке, это достаточно хотя проблематично. Хотя бы наверх можно? Наверх техничку можно. То есть мы сделаем так, что удобно будет в нее ходить, что-то из нее брать. Но в паддоке поставить ее не получится. Понятно. А так. За эту, может быть, за стенку туда вот. Жень, мы все уже продумали, все предусмотрели. Приедете, когда мы поставим вас. За стенкой неудобно ходить через трассу будет. Поэтому там сверху оставите. Так, завтра, смотрите, с 8 до 9 у нас идет административка. Надеюсь, что проблем ни у кого не будет с ней. В 9 мы начинаем брифинг. Вот. И дальше уже согласно таймингу, который мы опубликовали. Очень важно. Смотрите, у нас прямая трансляция начнется ровно по таймингу. Наша прямая трансляция подразумевает розыгрыш еще Жиги для зрителей, да, то есть мы там разыгрываем нашу Риву. Вот, поэтому мы начнем ровно в 16.30 и ездить мы начнем ровно в 17.30. Поэтому если мы завтра где-нибудь тупанем, случится какой-то крэш и так далее, это все приведет к тому, что мы будем сокращать время тренировок. Вот, также для тех людей, у кого есть бейдж, то есть драйвер, тим и все остальные, мы предусмотрели вкусные горячие обеды, то есть по таймингу у нас будет обед, и можно будет получить ланчбокс, то есть, соответственно, можете не переживать сильно насчет покушать. Вот, согласно таймингу будет обед, да. Что еще я хотел сказать? В течение дня заезд и выезд с территории крайне нежелателен. То есть, кто был, опять же, знает, что у нас
ну, не гоночная трасса в конце концов, да, то есть мы немножко другим занимаемся. Поэтому парковки для ваших личных автомобилей, техничек и всего остального, они, так скажем, находятся в не очень удобном месте, и выезд с территории подразумевает езду по трассе. Поэтому прошу заранее об этом подумать. Если вы решите или вы знаете, что вам в течение дня нужно будет куда-то выехать, то свою машину можно будет оставить за территорией, возле наших соседей. Кстати, заезд на территорию снизу. То есть у нас два въезда, но если вы приедете к основному въезду, там схема движения есть. Все разберетесь. Вот. Еще раз, если вы собираетесь куда-то днем выезжать, пожалуйста, машину оставьте за территорией, чтобы никому не помешать и не тянуть драгоценное время. Вот. И еще один момент. У нас сразу же после завершения финального заезда будет торжественное награждение, очень яркое, сочное и красочное, и мы его показываем в прямом эфире. Вот. То есть, в принципе, все, кто находится там на территории, они будут регулярно попадать в прямой эфир и надеюсь, что наша трансляция будет смотреть ну, как минимум пару десятков тысяч человек. Поэтому завтра, смотрите, опять же, для пилотов, которые придут на регистрацию, мы каждому выдадим две брендированные маски Forward After. Сами понимаете, да? То есть сейчас такое время, что если мы устроим массовое мероприятие с большим скоплением людей, и кто-то там будет светиться без маски, нарушать вот эти вот простые вроде правила, а нас могут просто приехать и хлопнуть. Поэтому, чтобы никого не подставлять, я понимаю, как они всем надоели, как не хочется эти маски носить, но, пожалуйста, мы вам дадим две крутые бесплатные маски. Если кто-то захочет такую же, то можно будет докупить. Если вы понимаете, что с вами идет не один человек дополнительно, а там двое-трое, то позаботьтесь о том, чтобы были средства вот эти вот защиты лица. Ну, собственно, готов ответить на вопросы, если вопросов нет. Можно то... вопрос? Да. Завтра минус 45 машины можно поставить бокс сегодня у вас? То есть, если вы их на улице оставим, то все. Жень, смотри, опять же, 32 машины бокс мы не засунем. Но мы, понимая особенности этой ситуации, заготовили, во-первых, тепловых пушек, и завтра ребята приедут пораньше и начнут греть машины, которые останутся на улице. Попробуем запихать по максимуму, но, опять же, кто-то не войдет однозначно. Прошу не обижаться, кто успел, тот и сел. Вот. И сегодня, смотрите, я говорил о том, что можно машину помыть, переобуть, приклеить наклейки. После этого обязательно нужно будет их выгнать на улицу и оповестить меня о том, что я свою машину приготовил, вот мое место, я здесь оставил, там, не знаю, колеса свои, инструмент какой-то свой. Кстати, у нас там охрана, круглосуточная, свет, камеры наблюдения, поэтому можно не бояться что-то оставлять в фабрике. И... так как нам требуется еще подготовить территорию внутри, мы машины эти сами потом самостоятельно внутрь загоним. Закатим, затолкаем, но как бы сразу же оставить боксы не получится. Вот, кого-то оставим, кто-то будет на улице, но кто будет на улице, с утра поможем отогреться, прикурить, пушкой отогреть и так далее. С погодой нам, конечно, ну, могло бы повезти посильнее, но так уж получилось. Поэтому... Жень, я понимаю, что у тебя есть особенность. Я уже там стою. Поэтому решим. Еще вопросы есть ко мне какие-то? Завтра сюда можно? Без вопросов, конечно, конечно. То есть это не обязательно сегодня загонять. Я просто говорю, что кому негде оставить машину на ночь, можно привезти в форвард и оставить у нас. Но если у вас есть какой-то свой бокс-гараж, и вам нужно еще что-то поделать, то, конечно же, приезжайте с утра. Только единственное, Сань. Я говорю, что я дурак, я забыл наклейки, поэтому приезжайте в форвард, получите наклейки, клейте их в своем теплом боксе, потому что на морозе они тупо не прилетают. Расскажите лимит, какой у вас в машине? Не знаю, я не мерил, сколько тоже были в форварде, честно. Не, ну ты что, не был в форварде? Но я думаю, что машин 20 мы запихнем. Вот так-то точно, блядь. Да, машин 20 мы можем запихнуть. Не, если у кого есть гараж, то лучше утром приехать, конечно. Зачем там зовку создавать? Мне кажется, все, блин, типа всего столько. Тимур, я еще раз говорю, что у нас там тоже как бы работа не останавливается. Ну, ты сегодня Абаканского выпьешь, и завтра не приедешь, затянешь. Так, ребят, все, завтра всех жду на регистрацию. Подождите минутку, пожалуйста. Да. Ты закончил? У меня просьба, ну, как вы понимаете, я там буду завтра разговоры разговаривать по ходу заездов. Как в прошлом году, давайте сделаем, было очень классно и удобно, мне в личку, в WhatsApp сообщение в формате имя, фамилия, автомобиль и краткие спеки.
и достижения, если какие-то есть, ну там типа трехкратный чемпион ВДБ и так далее и тому подобное, для того, чтобы у меня просто была вся информация перед глазами, чтобы я не тупил, не косячил, как то у меня бывает на ВДБ. Вот, сейчас в чат напишу, для того, чтобы все увидели мое сообщение, чтобы знали, куда отправлять. И еще, ребят, еще, смотрите, вот эти ваши портретики, да, мы подготовили для каждого из вас картинку для сторис, чтобы вы помогли нам раскачать нашу трансляцию. Я сегодня в чате скину ссылку на Яндекс.Диск, откуда можно будет скачать вот эту вот свою картинку персональную. Вот. Просьба, кому не западло, сделайте это. Причем это не обязательно делать сегодня, а даже лучше будет, если вы сделаете это завтра, например, во время обеда. То есть у нас трансляция начнется в 16:30 по Красноярску. Вот. И во время обеда перед квалификацией самое то, для того, чтобы картинку выложить. Мы специально не стали туда постить ни матюль, там, ничего остального. То есть там просто ваша фотография, Зимхана 2021. Вот, приходите в трансляцию, болейте за меня. Ну, надеюсь, что завтра организуем крутой праздник, несмотря на все морозы и все остальное. У меня технический вопрос. Просто в прошлый раз была проблема. Сейчас машины глушиться не будут, соответственно, передачи их не оставить. Там горка, они будут катиться. Используем то, что есть, или есть какое-то монорешение. Ну, или что-нибудь придумать. Ну, чтобы это не выглядело. Сейчас, я не понял, машины вопрос. Скатываются. Откуда? Ну, когда стоят на этой, там же горка. Вот мы сейчас. Ну, нет. Когда фабрики стоят, они катятся. В прошлый раз там вложили домкраты, довесы, что только не будет там. Сейчас мы машины глушить не будем стопудово с утра до вечера. То есть на передачу не поставили. Да. Просто чтобы это выглядело нормально, может быть, сделать какое-то монорешение, либо все-таки каждый чем может. К сожалению, может, Дима, я сейчас еще не смогу это организовать, если бы я заранее об этом догадался, я бы организовал. Поэтому, слушай, подкаты я заставлять покупать вас не буду. Давайте тогда сами об этом позаботьтесь. Да. Замечание отдельное, спасибо за него. Попросите своих механиков и сами об этом позаботьтесь. А то 100 рублей стоит подкаты, купите красиво. Не, ну либо все, ну как бы, чтобы это выглядело нормально. Ну короче. Да, то есть домкрат подставлять просто. Да, я перейдем, чтобы учить, то есть шить с нее. Кто Воробьева забрал? Вот, еще раз, ребята, еще раз я говорю. Я стал всем повторять, чтобы еще раз не было сюрпризом для кого-то. Моношина только на заднюю ось. Спереди, что хотите, то и ставьте, только это резина для гражданского использования. То есть, как апеллита подходит. Моношина только на задней оси. Если вы хотите по каким-то причинам поставить все 175-е, все 475-е, у меня их все равно нет. У меня 64 колеса. Ни больше, ни меньше. Ровно на каждого участника. Еще вопросы? Меньше барыжить будут, в том году попродавали все. Ну, обидно. Первый сказал на продажу выгоду. Что? Сегодня твоя объява на Авито была. Я вообще не знаю, куда я думал, вот власть на Авито, твой ник. Все, ребят, еще раз, в этом году я не стал чат отдельно создавать для Зимханы. Общаемся в чате ВДБ, вопросы мне можете там задавать. Ну, если у кого-то чего-то срочно. Да. Все остальные дома остаются смотреть трансляцию. Все остальные это кто? Участник. Если вы участник Winter Dream Battle и фигурируете в протоколах текущего сезона, можно сейчас ко мне подойти и получить одну проходку. Зрителей нет. Зрителей не будет. Зрители не предусмотрены. А если кто-то есть со мной, один человек. В персональном порядке. Все, всем спасибо. Все, ребят, закрываю прямой эфир и сохраню его в IGTV.